Встреча двух давних друзей в центральном районе Хабаровска закончилась для 58-летнего мужчины порезом на шее. Вместе с врачами на вызов в квартиру, расположенную в пятиэтажном доме неподалеку от остановки городской дворец культуры, приехали и полицейские. Орудие преступления лежало практически у входной двери, которую для гостей в форме распахнула подруга раненого. Находившиеся в квартире люди рассказывали, что пострадавший порезал себе горло сам. Знакомы мужчина и женщина с детства, они учились в одной школе. Приятели поддерживали отношения на протяжении многих лет. В Рождество 56-летняя горожанка приехала в гости к товарищу отметить праздник. За столом дама рассказала, что ей нужно уехать в Москву на некоторое время. Эта новость выбила мужчину из колеи. Не желая расставаться с близким другом, он схватился за нож. Владелец жилья провел лезвием по горлу. По словам шокированной женщины, истекающей кровью приятель несколько раз терял сознание. Дама немедленно позвонила в скорую помощь. Оперативно прибывшие на вызов врачи осмотрели пациента. Порез оказался неглубоким и жизни мужчины не угрожал. От поездки в больницу расстроенный хабаровчанин наотрез отказался. С места происшествия Анастасия Манина и Виталий Векслер.